меня создается угол. Вот ее попа, вот ее голова. За счет вот этого наклона у девчонок получается гораздо легче. Они дальше прессом вытягивают себя наверх. Поняли? Девочки, подтягиваемся и садятся вот ваша позиция. Девчонки, сядьте на пол, сядьте на пол сейчас. Вытянитесь, нет, ручки между ног. Между ног. Вы поняли, в какой позиции вы будете сидеть? Ваши ноги, ну вот это надо будет смотреть по локтевым суставам партнера. Вот он будет сейчас выставлять локтевые суставы. Если вы поставите сильно широко шпагат, вы можете просто следить вниз. Понятно? То есть надо сейчас посмотреть, как куколки должны сидеть. Теперь внимательно. Сейчас подножка может вылетать, если очень сильно будет усердствовать, за спину туда. Мальчишки, мы ничего не сможем делать, потому что она вам просто шею сейчас начнет ломать сверху. Это черевато, поэтому будьте осторожны или встаньте через один, чтобы сзади кто-то подсмотрел. Понятно? То есть она вылетает один раз, подстраховал. Да? Ну, поэтапно. Я говорю, за потом. Если вы уже начнете делать, за потом. Ясно? Да. Все. А, выход оттуда. Здесь, на вашем руке. И раз, спрыгнули на землю. Вот ее ног. Понятно? Можно то же самое потом будет делать без ее ног, и она, когда будет отсюда вращаться, вот она будет прокручиваться. Я руки отпускаю, ноги пролетают, и она получается, я ее захватываю плечевые суставы подхватываю, и она как бы плашмя падает здесь. Понятно? То есть такой конструкт. Ясно? Давай. Алла, что ты делаешь?